Как можно петь за рытьем могилы? Привычка все упростила. Не чаял в молодые дни я в девушках души, и думал только тем они одним и хороши. Но тихо старость подошла и за руку взяла, и все мчалось без следа неведомо куда. Чья это могила, любезный? Моя, сэр. Разумеется, раз ты в ней путаешься. Вы, сударь, путаетесь не в ней, значит, она не ваша. А я в ней не путаюсь, все-таки она моя. Ты стоишь в ней и говоришь, что она твоя, но она для мертвых, а не для живых. Путаешься. Вот и вы эту заразу подхватили. Для какого мужа ты ее роешь? Не для какого, сэр. Для какой жены? Не для какой. Так для кого она? Была женщина, ныне же приставилась, бедняжка. Да чего основательно. С этим народом пропадешь от двусмыслиц. Давно ли ты могильщиком? С того самого дня, как покойный король наш Гамлет одолел Фортинбраса. Когда это было? Не знаете, это всякий дурак знает. Как раз в тот день, когда родился молодой Гамлет, тот, что сошел с ума и послан в Англию. Вот тяна. Зачем же в Англию? За умом послали. Пускай поправит мозги, а не поправит, так там и это не беда. Как это? А так, что там никто ничего не заметит, там все сумасшедшие. Вот, например, череп. Этот череп пролежал в земле 23 года. Чей он? Одного окаянного дурня. Чей бы вы думали? Не знаю. Пестроп ему пусто было, бедокуру. Вылил мне раз на голову бутылку рейнского. Этот череп, сэр, принадлежал когда-то Йорику, королевскому скомороху. Этот? Он самый. Бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумке. Он тысячу раз таскал меня на спине, а теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. Где теперь твои каламбуры? Твои смешные выходки, твои куплеты, где заразительное веселье, охватывавшее всех за столом? Ну-ка, ступай в будуар великосветской особы и скажи ей, какое она сделается когда-нибудь, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим предсказанием. Скажи мне, Горацио, что именно, принц? Александр Македонский представлял такое же зрелище. В точности. И так же вонял. В точности, милорд. До какого убожества можно опуститься, Горацио? Истлевшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели.